Работы по благоустройству спуска к морю уже начаты. Планируется восстановить лестничные марши, положить антискользящую плитку, сделать красивое освещение. Это займет приблизительно около 2 месяцев. 100% финансирование обеспечит компания University Plaza, для которой ремонт стал социальным обязательством. Много лет назад эта лестница соединяла санаторий Марии Терезы с Приморской набережной. Но спустя какое-то время на набережной появились строения, и, к сожалению, эта лестница частично была приведена в аварийное состояние. Этот проект является частью одного большого концепт-решения. Вот с некоторых пор наша компания взяла под свою опеку пляж имени Марии Терезы. Вот, и мы сейчас готовим проект благоустройства этой территории. Вот, и попасть на наш пляж гости отеля, гости университета смогут самым кратчайшим путем с помощью этой лестницы. Так что к летнему сезону город получит еще один современный объект, который привлечет внимание курортников, любителей сделать памятную фотографию.